Для того, чтобы победить четырех шисейжу, которые хотят захватить Нинзакай, Юски с друзьями проникли в замок лабиринтов в городе демонов и уничтожили Генбу и Бякко. Однако макайчи все равно продолжают калечить души людей. И если вскоре они не завладеют жучиной флейтой, то Нинзакай грозит опасность. Но успеют ли они? Эпизод 18. Игра Хиё. Кирисаку-кен. Кенма-сама, он победил! Вот видишь, я же говорил, Кувабара сильный! Теперь остались только двое из четырех шисейжу, да, Кенма-сама? Но у нас о них почти никаких данных. Насколько они сильны? Что за книгу ты принес? А, это я ходил в хранилище, материалы просматривал и обнаружил кое-что насчет четырех шисейжу. Что? Почему сразу не сказал? Шисейжу. Ага, вот. Страница 479. Взять четырех настоящих грешников и поместить их в котел. Это же поваренная книга! Подождите. Что такое, Кенма-сама? Пожалуйста, простите меня, Кенма-сама! Что это? Это и есть лабиринт замка лабиринтов. И куда пойдем сначала? Надо точно знать, куда идти. Ужасные ловушки ожидают внутри. Чтобы добраться до башни и пройти лабиринт, надо из этих 15 дверей выбрать одну верную. Так что, видите, обязательно надо сделать верный выбор. Кувабара, ты такой чувствительный, так выбирай. Насчет этой двери у меня есть предчувствие. Похоже, там много монстров. Третья дверь слева. Точно? Пошли и проверим. Ты уверен? Ориентировка в лабиринте и выискивание ловушек — мое второе призвание. Я отчетливо чувствую, за этой дверью нечто ужасное. Ненавижу мышей! Боже мой, вот так бесстрашный воин. Впечатляет. С первой попытки выбрать верную дверь. Но это еще не значит, что вам и дальше будет вести. Теперь остались только я и ты, Сейрю. Не волнуйтесь, Сузаки-сама. Предыдущие двое были слабаками. Понаблюдайте, как я, Сейрю, убью их всех. Мы и вдвоем проникнем в Нинзакай. Пока они только в этом районе. Но начинают захватывать все больше и больше людей с темными сердцами. Если им не удастся заполучить жучину флейту вовремя, весь Токио будет уничтожен.
Ну, нам остается только ждать, пока Юски с напарниками сокрушат этих четырех Шисейжу. Вот он. Продолжай уничтожать Макайчи. Понятно, Каинма-сама. Какая показушная дверь. Наверное, это комната Сейрю. Йоки, исходящие оттуда, намного сильнее, чем мы встречали раньше. У меня от этого мурашки по коже. Это необычный Йоки. У него такой переизбыток рейки, что она просто стекает. Вы очень рассердили Сузаки-саму. И вино этому ваше дурное поведение. Откуда доносится голос? Эй, Сейрю! В прятки играешь? Хватит важничать, выходи сюда! Зачем пришли? Какой огромный! Если решите вернуться, сейчас самое время. Попробуйте сразиться со мной, и все умрете. Сам огромный, а самомнение еще больше. Значит, вы не желаете милосердной смерти. Кто там? Что за незваный гость? Что там за звук? Похоже, что-то тащится. Исходит оттуда, откуда мы пришли. Помоги, пожалуйста. Бьяко? Сейрю, прошу, поделись немного своим Йоки. Я верну, как только восстановлюсь. Так он еще жив? Он невероятно силен. Вот идиот. Ты посмел прийти сюда опозоренным? Сейрю, не хочу тебя видеть. Ты позор моих глаз. Хочешь напасть? Прошу тебя, не надо. Получай, Мато Торикен. Что? Он его заморозил. Вы раньше такого не видели, верно? Я заморозил его до абсолютного нуля и разбил на мелкие кусочки. Ты убиваешь даже своих союзников? Сейрю, почему? Мне не нужны слабаки. Побитая никчемная собака — это просто мусор. Никакого чувства товарищества. Жажда власти и жажда еды — все, что у них есть. Я еще недавно с ним сражался, но сейчас у меня странные чувства. Хочу сразить его и от имени Бьякко тоже. Черт возьми, вот мерзавец, я его... Погоди, Юски. Оставь свой гнев и сможешь победить Сузаки. Ты, Хиё, мой первый противник. Что это значит? Хочешь сказать, и ты подвержен глупым эмоциям? Трудно поверить, вспоминая твои зверские методы. Я впервые вижу Хиё таким.
Раньше он творил то же, что и Сейрю. Но сейчас он явно не одобряет то, что сделал Сейрю. Кажется, Хиё сам этим озадачен. Могу сказать наверняка лишь то, что дух борьбы окутал все его тело. Сильнее, чем когда-либо раньше. Чего это ты так разозлился? Но ты еще можешь одуматься, преклонись предо мной. Пади ниц, моли о пощаде, и сможешь стать союзником. Ты все сказал? Ты сам будешь валяться у меня в ногах. Ее, почему ты так смотришь? Какая мерзкая ехидная улыбка. Что это за парень? Я тебя вдребезги разобью! Опять та же техника, Хиё! Я забыл твое достоинство скорость. Но сколько ты можешь продолжать? Умри! Почти вся комната заморожена. Не только комната. Мы тоже скоро все замерзнем. Это плохо. Молодчина! Не беспокой нас раньше времени. Нет, посмотри внимательно. У него заморожена одна нога. Ну как, все еще не хочешь извиниться, Хиё? Все равно уже слишком поздно. Ори, не ори, твоя судьба уже решена. Уходи оттуда, Хиё! Умри! Придурок! Хиё! А, тебе повезло. Но следующий раз станет последним. Что происходит? Уровень силы, который ты управляешь льдом, не действует на меня. Чёрт! Как это? Давай еще раз! Я с тобой покончу! Еще раз не будет. Когда он успел с ним расправиться? Помимо первого удара, даже я не заметил, сколько еще их было. Наверное, теперь я буду ему немного доверять. Ты был намного сильнее его, верно? Хиё, сколько раз ты его ударил? 16. 16, значит? Черт, да я только 15 насчитал. Ну, а я вообще видел только светящиеся линии. А я заметил только, когда ты его уже разрезал. Черт возьми, здорово! Если будем серьезно сражаться друг с другом, ты можешь меня сделать. Возможно. Хиё, я был уверен, что он так и скажет.
С тех пор, как мы пришли сюда, он изменился. Постепенно попал под ваше влияние. Глупцы. Ну, раз уж до этого дошло, похороню их собственными руками. Судзаки-сама! Судзаки-сама! Моруко, что тебе надо? Судя по вашему виду, остальную троицу уже сокрушили. Не бери в голову. Узнала что-нибудь об Урамиши Юске? Да-да! И кое-что очень интересное. Сперва, пожалуйста, взгляните на состояние Ниндзекай. Я нашла то, что можно назвать фатальной слабостью этого человека. Это девушка Юкимира Кейко, одноклассница Урамиши Юске. Его подружка? Вроде того. Она его ахиллесова пята. Прекрасно. Тогда соберем людей, одержимых Макайчи, в школе. И красное, как вино, кровь этой девчонки станет прелюдией к резне. С мучительной болью ты осознаешь глупость того, что пошел против меня. Да, труп этой девушки станет отличной прелюдией. Каэнма-сама, это Бодан из Ниндзекай. Люди, управляемые Макайчи, начинают собираться вместе. Их невозможно контролировать. Мы ничего не можем сделать. Быстрее возвращайся сюда. Ты там в опасности. Хорошо. Бодан, ты цела? Каэнма-сама, похоже, больше я ничего не смогу. Бодан! Что там случилось? Это школа Юске. Юкимура, ты еще здесь? Ивамото-сенсей. Скоро начнутся промежуточные тесты. Иди быстрее домой и готовься к ним. Может, сдашь на все 100? Как только разберусь с материалами студсовета, сразу побегу домой. А что случилось с Урамиши? Он опять пропускает школу. Об этом я ничего не знаю. Что так? Ты с ним порвала? Ну, для тебя же лучше. Да! Комната студенческого совета. Ну, думаю, пора. Ивамото-сенсей, что-то еще? Я, кажется, сказал тебе идти домой и заниматься. Сенсей! Студенты, которые не слушают своего сенсея, должны умереть, Юкимура. У него были совершенно ненормальные глаза. Что с ним вдруг случилось? Юкимура, Юкимура. Подожди. И эти люди тоже ненормальные. Что же происходит? Вот ты где, Юкимура. В чем дело, Кувабара? У меня какое-то странное чувство. Что-то насчет города. Надеюсь, там ничего не случилось. Мы не можем узнать, сколько времени мы уже в Макай.
Значит, надо спешить. Остался еще один. Не может быть. Что-то происходит с Кейко. Все, кем управляют Макайчи, преследуют Кейко. Юски ожидает битва с Сузаки. Справится ли он с ним? Юски, поторопись! Если не поспешишь, жизнь Кейко будет в опасности! Однако последний заставшийся Сузаки — предводитель города демонов. Не могу даже представить, какая у него страшная техника. В любом случае, надо сделать все возможное. Не подведи, Юски! Далее, конец главного Шисейжу. Иной мир ни за кем не наблюдает.